Шестой кассационный суд общей юрисдикции начал работу в новом здании. Под его правомочия попадают 9 регионов ПФО с населением порядка 22 миллионов человек. Он пересматривает акты, принятые судами Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Мариэл, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, а также акты апелляционных судов. Хотелось бы, конечно, поблагодарить прежде всего губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича, председателя суда, который много сил и времени тратил для оборудования этого здания. Мы ожидаем от того, что те ошибки, которые были допущенными судами первой инстанции, апелляционной, нарушения материального, процессуального закона, которые имели место, чтобы они могли быть исправлены вот здесь, в этой инстанции. Свою деятельность суд начал еще в начале октября. За это время в приемную поступило более 6 тысяч кассационных жалоб, больше половины из которых уже рассмотрено. Шестой кассационный суд – самый большой в системе вновь созданных кассационных судов. Штатная численность служителей Фемиды здесь 113 человек. На сегодня 75 из них уже оформлено и работают. Формирование судейского корпуса продолжается. Стоят очень действительно большие задачи, и я уверен, что этот коллектив сможет это сделать, и это скажется положительно на самочувствии наших граждан и на качественном, эффективном решении тех вопросов, с которыми обращаются они в суд. Размещение такого здания на территории 63-го региона – большой успех. Это значительно повысит статус города и губернии в целом. Самара станет судебной столицей ПФО. На право стать местом размещения крупной судебной инстанции претендовало несколько регионов России. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию главы региона Дмитрия Азарова. Мы взяли на себя обязательства и сегодня рад слышать о том, что мы не подвели. Это оценки из стороны полномочного представителя президента и председателя Верховного суда, что здание в кратчайшие сроки было построено в полном соответствии с требованиями, которые сегодня предъявляются к ведению судопроизводства, к современному зданию. Все помещения суда оснащены новейшими современными технологиями. Созданы все условия для качественного и точного рассмотрения судебных дел. Это один из залов судебных заседаний. Всего в здании 6-го кассационного суда их 38. Все они оснащены системами видеоконференц-связи и аудиопротоколирования. В этом году также обновили и преобразили всю территорию вокруг нового дворца правосудия. Здесь сделали тротуары из плитки и пешеходные ограждения. Построили арт-объекты – Ялтинский маяк и ротонду. К обновлению площади власти подошли комплексно. В порядок привели и фасады зданий. Все благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Теперь это одно из любимых мест самарцев. Мария Илчан, Максим Гусев, «События».